Всем привет! Сегодня мы будем играть в Build Battle. К большому сожалению, не на Просткрафте. На Просткрафте нет такого режима. Я думаю, вы сами знаете это. Поэтому я выбрал немножко другой сервер. Я точно не помню, как он называется. Главное, что я на него зашел. Кто не знает, что такое Build Battle, что это за мини-игра, можете посмотреть в описании этого видео. Там все подробно написано. Build Battle впервые я снимаю на своем канале, поэтому прошу вас оценить в комментариях, понравится ли вам этот ролик или нет. Ну и на этом все, приятного просмотра. И уже совсем скоро начинается игра, буквально через полминуты, и будет уже Build Battle. Надеюсь, буду в одиночке, хотя может быть и вдвоем, я не знаю, как там выбирать, это можно или нет, но как-то везет и мне странно. Кстати, я заметил, что какое-то маленькое лобби. Какое-то, ну, очень маленькое, как для меня. Это, конечно, не лобби просто крафта, там как дворцы везде. Ну, можно сказать, игра началась, но пока что выбираю тему строительства. Ну, я не знаю, что выбрать. Короче, выбрали пляж. В любом случае, не так уж тяжело. Так, пляж. Понятное дело, нужен песок для начала. Что-нибудь еще надо будет потом добавить. Еще водичку я бы хотел. Сейчас поставим где-нибудь песок. Надо воду все-таки взять, чтобы была уже. Так, вода есть. Ну, теперь будем приступать к строительству. Что-то мой товарищ странно себя ведет. Походу, он АФКшер. Но я не уверен. Как я вижу, мой АФКшер, товарищ, стал не АФКшером. Он понял мою фишку, что надо строить песок тут. Надеюсь, с водой он тоже поймет. Ну ладно, пока песок застраивает. Ну ладно, хорошо, что хоть ничего не строит плохого. Помогать он умеет, значит. О, это ж все водой залить надо. Как неприятно. Какая же неприятность мне досталась. Я не понимаю, почему тут вода ставится как блок, а не как разливается вода в ванильном выживании. Как-то она ставится реально как блок. Какие тут баги с сервером. 10 минут осталось. Я думаю, вложусь в это время. Это же целые 10 минут. Так. Мой товарищ. А кто тут пишет товарищ? Делает песок. Точнее, уже доделал пляж. Что-то он там делает. А, он начал расширять. Я не думал, что надо расширить. Хотя, может, это красивее будет. Ну ладно, пусть так будет. Все-таки вдвоем же делаем работу. Что-то ему надо тоже придумать. Не одному же мне думать. Хотя думаю, что один я буду все думать. Он просто как-то повторяет мои идеи немножко. Так, что-то там ломает, строит, ломает, строит. Интересно, чего у меня достался. Ну ладно, пусть такое будет. Боже, ну как же мне это бесит ставить в воду. Реально так бесит. Если бы тут хоть вода нормально разливалась и не ставилась как блок, было намного лучше. Я знаю просто одну тактику. Господи, мой товарищ там еще тиммейт бросится с этой фигней. Сколько можно? Тут уже почти всю карту залил, а он... Ну ладно. Достался, какой достался. Не выбирают же тут тиммейтов. Хотя, может, и можно выбрать. Может, я про это не знаю. В любом случае, если бы я один был, не так уж бы и плохо было. Так, ну я думаю, что вторую половину мой тиммейт зальет. Думаю, догадается, что надо это сделать. А пока что надо нам построить пальму. Конечно, в оригинальном Майнкрафте нету пальм, но я создам ее из тропического дерева и листьев тропических нету. Как-то некрасиво будет вот тут лучше поставить. Так, да, вот так лучше. 8 минут осталось, блин. Я уже не уверен, что успею. Ну ладно, попытаюсь. Как-то он странно там заливает водой. Все. Тяп-ляп такое. Хотя он вроде начал нормально делать. Так, пальмочка. Пальмочка. Как эта пальма выглядит вообще? В общем, как-то вот так вроде пальма выглядит. Думаю, я не помню, сколько там листьев надо для пальмы, чтобы нормально выглядело.
Короче, я думаю, нормальное получится. Если вот так с каждого бока сделать. Я думаю, что все окей будет. Кстати, я только сейчас заметил, что 8 команд сражаются. Я думал, 5. Целых 8. Ого, это 8 команд в конце игры оценивать надо мне будет. Так, что-то я тут не так сделал. Тут 2 блока, да, что-то я тут перепутал. Ну да. Пальмы, конечно, мучительно строить. Блин, 7 минут осталось. Да когда же? Когда же это все делать мне теперь? Я не думаю, что успею. А тиммейту доверять такую сложную работу не могу. Мне кажется, он не справится с этой работой. Тут нужен особый творческий вкус. Хотя, может, и справится. Я, может, его недооцениваю. Но пока он только может ставить блоки и воду. Хотя там сделал пляж дополнительно красиво. Натурально так сделал, чтобы выглядело нормально. В принципе, мне молодец тиммейт. Делает легкую работу, но мучительную. О, вот это у меня тяжелая, мучительная работа делать пальму эту. Кто-то в чат пишет, блин, я не нажала. Что она там не нажала? А, это не мой тиммейт. Я думаю, это мой тиммейт пишет. Это разные могут писать. Отключился кто-то. О, я сочувствую. Кто-то отключился. Психанул, видимо. Но не мой тиммейт. Знаете, ребят, у меня такое предчувствие, что я все оставшееся время промудохаюсь с этой пальмой долбанной. Хотя, нет. Все-таки более-менее нормально выглядит. Так, надо теперь создать зонтик с шезлонгами, чтобы больше было еще похоже на пляж. Вторую пальму не хочу пока мучить. Может, не буду строить. Ну, маленькие деревца еще думаю добавить. Но после того, как создам этот зонтик и шезлонг. Как зонтики делать я умею. Точнее, знаю. Так, вот сюда лучше поставить. О, 5 минут осталось. Я не уверен, что успею. Так, получается нужна красная шерсть, но я не могу найти красный бетон. Это красная керамика, мне не нужна красная керамика. Короче, надо где-то шерсть найти, вот шерсть. Так, спасибо Скайбоку, что он научил меня строить зонтики. Я думал, что это мне не пригодится никогда в жизни, но вот оказалось, что пригодится. Кто не помнит, просто в Дефолт острове Скайблока во многих есть зонтик. С тыквой или с чем-то там. А, типа как пугало работает, а не зонтик. Но план такой же. Так, ну это какой-то каличный. Надо вот так вот сделать, чтобы красивее было. Какой-то низкий зонтик, надо было все-таки на один блок выше поставить. Шезлонги снизу еще надо. Хотя, может, нормально. По меркам Майнкрафта это, может, нормальная высота. В принципе, в реальной жизни этот зонтик, он же высоту как человек. Хотя разные зонтики бывают. Ладно, в любом случае, все поместится и будет нормально выглядеть, я уверен. Кварцевые ступеньки, получается, нужны. То, что там прошлые блоки не поставила, мне какие-то камни сделала. Так, ну, о, вот замечательный шезлонг, правда, из керамики. Ну, ладно, все равно тут нет. О, не, ну, чел, ну, ты не сможешь за мной повторить по поводу этих зонтиков. Ну, это тяжело для тебя, мне кажется. Так, нет, как-то некрасиво, надо сделать бревна. Типа, как всякие вечерние посиделки, только без костра, потому что ну, костра нет вроде. Так, ну, да, вот такие бревнышки сделать, может, не актуально сейчас, но... 3 минуты осталось, ё-моё. О боже мой, нет. Он не может сделать даже зонтик. Я так и говорил. Он ждет тупо меня. Ну ладно, хорошо. Ты занимайся другими делами. Я не знаю даже, что вам тиммейту дать. Какую задачу. Пальму не построит, зонтик не построит. Что ему дать? Ладно. Думаю, сам придумаю, чем заняться сейчас. Чтобы не тратить время впустую.
Так, все, я быстро построил, даже быстрее, чем в прошлый раз. Получается, нужны кварцевые ступеньки мне и плиты. Ага, вот так получается, вот сюда, вот сюда. Ой, что там еще меньше игроков стало. Как-то странно, что он там строит, я не пойму. Стоит там, что-то рассматриваем. Ну, что он пальму собирается подделать? Ладно, может тут пальму, хотя нет, тут мало места, мне кажется. Но где-то в другом месте. Короче, я не хочу сделать маленькие деревца. О, мой тиммейт начал делать пальму. Не думаю, что у него это получится. Так, ну это сделаю типа маленькие пальмочки, которые еще как бы саженцы. О, это отталкивает от карты. Неудобно. Не понимаю, зачем сделать это отталкивание от концов этих карт. Тупо очень сделано. Еще какие-то баги с забором, что нельзя его просто так поставить рядом. Делается как будто какие-то множество палок. Так. Еще где-то деревце на... О, ну... Ё-моё, ну блин, он не умеет строить это. Что ж такое? Ладно. Возьму это под свою ответственность. Ему лучше не заниматься этим. Знаете, я слух не боюсь это произнести, но он построил какую-то какашку. Какашку из дерева и листвы. Ну я не понимаю, ну блин, ну это какое-то непонятно что вообще. Я не знаю, как это исправить. 40 секунд осталось всего. Я не знаю, успею ли я или нет. Боже, страшно представить, если бы он нагнал в одиночку. Что бы он сделал? Наверное, максимум, что бы он сделал, это налил водички и добавил песка. Это у него лучше всего получается. Да, конечно. 20 секунд осталось. Короче, я сломаю лучше это, чтобы лучше выглядело. Чтобы не было вот этого какашки. Это надо убрать. Все. Теперь нормально выглядит пляж. Я не знаю, что тут добавить. Короче, нет времени уже. Поздно. И... Так, голосование начинается. Пожалуй, голосование одно из моих любимых занятий на Build Battle. Ну, что я могу сказать? Неплохо. Видно, что старались, но чего-то тут не хватает. Не доделали чего-то. Так, ну это наш. Что-то там... что-то плохо оценивают. Какие-то слишком плохие блоки. Что, у нас так некрасиво, я не пойму. Мне кажется, нормально. Ой, ну тут чуваки старались, но как-то... Ладно, неплохо пусть будет. Хотя бы я это сказал неплохо. Ну ладно, много тут строгли, я бы сказал. Трудились, по крайней мере, много. Ну тут, конечно, зонтики сделали тупо. Какие-то кровати, ну, плохо я бы назвал. Пляж какой-то ненатуральный, а просто полосой. Шезлонги какие-то стрёмные. О, ну вот это красиво, но... Не, всё-таки лучше эпично. Ну, все-таки замечательно сделали. Поэтому эпично. До легендарного не доходит. Но тут, конечно, зонтики какие-то слабые. Ну, нравится, пусть будет. Хотя, не, лучше неплохо. Да. Потому что... Ой, там зонтик сломали, что ли? Хусы, что тут за швейцарские флаги? Додуматься же. Но тут я бы поставил неплохо, потому что как-то слабо. Так, ну вот это... Стоп, это победили? Они победили? Не, ну заслуженно, я согласен. Молодцы, старались. Хотя у нас тоже неплохое было, ну ладно. Не буду огорчаться. Я вот думаю, может еще катку сыграть. Только там... Давайте еще сыграем катку. Интересно, конечно, портал на Build Battle. Какой-то из воды сделан. Такого никогда не видел на серверах. Так, опять. Я не знаю, почему мне машинально все время сюда идет. Когда захожу на Build Battle, машинально именно сюда иду, куда-то наверх. Почему-то не на паркур, а именно туда.
Что-то там, значит, меня тянет. Так. О, все. Выбираю, что мне выбрать, что мне выбрать. Качели. Думаю, лучше качели, это самое простое. Качели. Опять я не один. Я так хотел, чтобы... Ах, ладно. Надеюсь, тут этот чел, как тот чел. Лучше вообще будет стоит в сторонке, ничего не делать, не мешает мне. О, господи, ну блин, я не хочу, чтобы ты строил свой проект. Я хочу по своему проекту строить. Я понимаю, что ты тоже повторяешь со мной, но мне не нравится. Нет, не тут. Ой, как же я не люблю совместное творчество, люблю один все делать. Или хотя бы с таким точным человеком, которому вкусно совпадают. Господи, ну что же он начал строить там? Ну зачем? Ну что это тут? Строишь какой-то карьер в Майнкрафте, а не качели. Ну что это такое? Нормально, красиво надо построить, не вот это какой-то непонятно что, какой-то дом каркасный. Осталось 11 минут, тут, в принципе, и тяжело делается. Именно, что человек хочет что-то построить, но я хочу по-своему. О, боже мой. Он строит свое теперь, ну ладно, это лучше уже. Знаете, он вроде быстро строит, эффективно, но он как-то как тяп-ляп. И аккуратно, а он как-то тяп-ляп. Так, надо поставить стойки, типа как люди. Чтобы красиво было, и броню им добавить красивую. То есть железную, я думаю, золотую и алмазную. Ну, для начала алмазную золотую возьму. Так. Интересно, что там чем мой делает товарищ? Так, ну вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот сюда. И железная еще нужна. Так, бро. Нормально, написал бро, мне показывают броню. Имейте в виду. Броня это значит твой бро. Все. Ну блин, ну я же говорю, блин. Как хочется его сейчас нарогать. Сильно нарогать. Стойки, ну что же он делает-то такое? Не понимаю, что ему не нравится в этих стойках? То, что они не сидят, а стоят? Как же он бесит меня. Ладно, ему тоже что-нибудь поломаю. Хотя... Ну блин, криво, косно сделал. Ну как же это можно не заметить? Тут на глаз даже видно, что криво сделано. Очень красиво сделано. Чего там поставил? Забор. Ладно. Ну блин. О, господи, ну. Ему нравится, чтобы красиво косо все было. Какой-то странный, если честно. Зачем так делать? Ладно. Походу он заметил, что он красиво косо сделал. Что он не начал ломать. Так, надо тут поставить землю. Так. У тебя есть ДС. А, это не мой тиммейт. Ой. А, блин, я же забыл про эту функцию. Ну, хоть бы это спасибо ему скажу. Чувак, молодец. Напомнил мне про одну очень полезную функцию. Так. Ну, не знаю, что мне еще тут добавить. Ну, в принципе, я с этим человеком смог подружиться. Как-то нашли общий интерес, общее творчество. А не то, что каждый ломает. Я думаю, можешь вот это поставить опять. Я просто упертый. Так. И... я так и чувствовал. Стоял АФК. Кстати... Опять не человек. Молодец, да. Тоже покивая головой. А подарочек, кстати, тут смотрится. А и у себя поставил подарочек. Замечательно. Я не знаю, что тут еще сделать. Мне кажется, тут все уже есть. Все возможное. Так. Может, какие-то тоже головы добавить.
Даже не знаю, какие. Может, вот этот? Хотя, причем тут буква L, ну ладно. Сейчас... Не, как-то не смотрится, мне кажется. Не, некрасиво как-то. Что он делает? Какую-то дырочку под собой проломал. Интересно, конечно. Вода, какой-то рычаг надо сделать. Хотя... Что он делает? Что это? Знаете, мне такое что напомнило. Это напомнило, как в Бэдварсе закрывают кровать от врагов. Тоже шерстью. Да, и отсюда вода не расливается, получается. Что это такое? Какую-то табличку пишем. Надеюсь, без матов там. Что это такое? Дети же какой-то малыш. Стоп, я малыш? А, дети же какой-то... Да, конечно, много грамматических ошибок, ну ладно. Суть, в принципе, понял, что это что-то детское. Ну что детское? Может такого цвета быть, такого размера? Нет, что это? Типа, это типа малыш какой-то? Коричневый малыш? Не знаю, что это такое. Короче, какой-то бред. Ладно, ломать не буду. То еще психовать начнет. Так, может такую стойку поставить? Мне кажется, хотя... Я долго думал, что построить, и решил добавить еще песочницу. Конечно, это не входит в проект построить качели, но... Пусть будет уже проект детская площадка. Если там какую-то детскую фигню... Ой. Бля, нормально? А мы и уничтожал эти... Оставил... Не, ну, конечно, голова красивее, чем шлем. Что он строит? Зачем? Только мыши делать. Что он делает? Ладно, не буду отвлекать профессора. Не буду ломать. Не буду ничего делать. Что-то явно ему хочется тут добавить. Какая-то арка, что ли. Надо добавить подарочек в песочницу, типа, ребенок придет, посмотрит там подарочек. Не знаю, может странно звучит. На качели же тоже. Ой, чистить участок, не дай бог. Чуть не нажал на эту кнопку, я думаю, что это такая за кнопка интересная. Реально, чуть не очистил участок. Какой ужас. Так, головы. Что он делает? Зачем? Господи, ну неаккуратно же как-то. Как я и говорил, тяп-ляп. Называется, спешишь, людей насмешишь. Построил какую-то фигню. И написал. Без ошибок. Точнее, с ошибками. Так. Ну, я думаю, что так будет красивее, потому что она как-то бревна недоделанная. О, 3 минуты осталось. Я вообще не понимаю, что он сделал, нафига? Некрасиво как-то выглядит, тем более неровно вот тут. Господи. Как я говорил, тяп-ляп. Чем он это вообще затронул? Билл Баттл. Это вообще не его. Просто криво-косо все делает. Такие работники и в жизни бывают. Один тиммейт кривокоса делаю, второй кривокоса, что за... О, ну хоть что-то дельное, нормальное придумал свое. Как я понимаю, там водичка будет. Но я не видел такую площадку детскую, по крайней мере в Украине, чтобы была водичка рядом. Хотя, если логически подумать, то... Хотя да, если логически подумать, зачем водичка рядом с детской площадкой? Чтобы там кто-то из детей утопился? Может, вы видели такое, но я как-то не видел. Ну ладно, все равно это будет красиво выглядеть. Хотя есть такие площадки, мне кажется, но это больше в парках. Не в дворовых площадках. Да, что тут не так. Что я намудрил не то. Исправлял называется. Так, не, что тут неровно как-то получилось. Тут сломать? Не-не-не, вот тут надо добавить.
Если бы было больше времени, я бы, конечно, абсолютно переделал тут все. Ну ладно, пусть так и будет. Полтора минуты осталось, но 7 немного. Ну что? Ой, глина скопировалась. Я не знал, что можно копировать запрещенный блок. Так, ну, в принципе, все нормально выглядит у нас. Я бы дал нам, может, место второе, хотя не знаю, что там еще делать. Вот так бы я, конечно, сделал, но мало времени, очень мало времени. Поэтому не успею. Вот одна минута, за одну минуту мог бы я успеть, но не хочу бросать проект недоделанным. А то будет портить декор. Как по мне, красиво получилось. Не знаю, может что-то еще сюда добавить. Ну как-то песочница из-за вот этих каких-то ворот, крыши. Странно выглядит немножко. Ну ладно, пусть такая уже будет. Табличку лучше сломать, потому что ну, какой-то бред написан. Я бы это сломал, но думаю, что мой... Кстати, мне такое что напоминает. Знаете, мне это напоминает, когда строишь в Бэтварсе защиту для кровати. И вот там внутри, можно сказать, кровать. Реально похоже. Сейчас даже ради прикола кровать туда поставлю. Так. Надеюсь, товарищ мой не против и не сгрынул, чтобы смогли увидеть. Бэдварс такой тебе. Небольшой на билдбатле. Итак, голосование начинается. Ждем тогда. Так, строитель... Ага. Строитель один. Ну, в принципе, неплохо. Да, кстати, детская площадка. Мне кажется, что я лучше выберу эпично, потому что все-таки это очень красиво получилось. О, тут прям какой-то дворец. Так, ну это, конечно, легендарно. Я, конечно, не могу понять, где тут что, но видно, что человек старался. Непонятно, где качели. О, это мы. Так, посмотрим на блоки. Так, ну я, конечно, бы оценил на эпично. Но так, оранжевый... Эй, что такие плохие баллы там ставят? Что, так жутко получилось? О, ну это красиво, да. Но я лучше поставлю нравится, потому что это мало. Ну, так, в принципе, хорошо все выглядит. Так, ой, что это? Тяжело понять, где что тут. А, это, типа тут качели... Ну, короче, какое-то получилось поломанное качели. Пусть будет плохо. О, тут прямо какой-то шедевр люди построили. Эпично. Ну, конечно, на легендарно не дотягивает, но эпично. Так. Ну, это как-то уж слишком мало. Вроде неплохо получилось, но... Плохо, пожалуй, будет. Очень плохо, когда там вообще фигня. Поэтому пусть будет плохо. Так, Хаха победила Лераер. Я считаю, что эта победа заслуженная, потому что действительно красиво получилось, хоть и мало. Так. Ну, я думаю, что на этом, в принципе, можно завершить сегодня билд батл, потому что, как бы, практически 30 минут уже снимаю. Немало, как бы. Кстати, у меня какие-то баги тут. Видимо, сервер лежит на версии 1.12, а поставил версию 1.14, и получается заборы и стекла какие-то недоделаны немножко. Не соединяются вместе стеклянные плиты или панели эти. И забор не соединяется, и решетки железные, ну как-то надо будет потом поменять. Ну и на этом все. Спасибо за все комментарии, которые вы мне напишите, заранее говорю. Ну и ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока.